В Новодмитриевском поселении прошел сход граждан. Встреча началась с отчетного доклада о работе местной администрации за первое полугодие 2022 года. В поселении проводятся работы по наведению санитарного порядка, спилу веток, замене уличного освещения. Осуществляется грейдирование и отсыпка проблемных участков дорог. Благодаря участию в федеральной программе улучшили материальную базу Дома культуры. После доклада жители задали волнующие вопросы. Самый популярный – ненадлежащее состояние дорог в поселении. Наталья Юрьевна, вам правильно все равно какой-то сделать перечень, да, может быть, дорожную карту сделать администрации поселения, определить вместе с депутатским корпусом, какие улицы требуют первоочередного ремонта, а какие улицы могут еще потерпеть. И, соответственно, в рабочем порядке эти все вопросы отрабатывать. Качество водоснабжения – еще один острый вопрос. В этом году предприятие «Новодмитриевское ЖКХ» признано банкротом. Сейчас администрация срочно ищет концессионера, а пока вынуждена самостоятельно оплачивать энергопотребление на артезианских скважинах. А это дополнительная нагрузка на бюджет. Сети в поселении изношены, то и дело происходят порывы. Реализуются мероприятия по целому, по замене уже изношенных сетей в рамках программы. Не быстро они меняются, к сожалению, потому что по некоторым участкам нужно еще их эти трубы найти. На все вопросы жителям даны разъяснения. Некоторые проблемы нуждаются в проработке как администрации поселения, так и района.